bugün kuni tungi soat 23:30 atrofida shahar hokimi Amir Temurshoh ko'chasi. Alisher aka, mana shu Shvetsiya prokuraturasi e'lon qilgan bayonot sizningcha nimani anglatadi? 800 million dollarlik Shvetsiya banklarida muzlatilgan Gulnora Karimova pullarini sekin-asta qaytarilish. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Alisher aka, mana shu Shvetsiya prokuraturasi e'lon qilgan bayonot sizningcha nimani anglatadi? 800 million dollarlik Shvetsiya banklarida muzlatilgan Gulnora Karimova pullarini sekin-asta qaytarilishni birinchi bosqichimi bu? Nima deb izohlaysiz bu bayonotni? Решение, которое опубликовано в Швейцарии, подтверждает вчерашнее заявление, которое сделала Гульнара Каримова. Там было уже заявлено о том, что она отказывается от собственности вот 131 миллионов, и готова к принятию решения отозвать свои как бы, права собственности на 555 миллионов. Сам факт совпадения, во-первых, по времени, вот, ну, буквально на следующий день, решение Швейцарии и суммы первые, так, говорит о том, что, в общем-то, в этой вещи как бы очень тесно взаимосвязаны. Ага, Гульнара Каримовна, уже уйқамога чыгарганда, Узбекистан хукумати билан шу пулларни қайтаришда ҳамкорлик қилиши шарт деилган эди. Демак, Гульнара ҳамкорлик қилган ва қайсир ҳужжатларга қўл қўйиб бергандан кейингина Швейцария прокуратурасы шунақа қарорга келди деб тушуниш керак, тўғрими? Да, ну смотрите, в Швейцарии дело открыто по вот этим замороженным активам по делу об отмывании денег. Чтобы доказать факт отмывания денег, они должны как бы значит, представить то, что называется predicate offense. То есть должен быть доказан криминальный характер источника этих денег. Они не ведут дело о коррупции, а дело о взятке. Они ведут дело об отмывании денег. Но факт отмывания можно доказать, если как бы вот, происхождение денег незаконных, да, если это взятки или там это какая-то криминальная активность, что выходит за рамки как бы вот возможности и юрисдикции Швейцарии. Это здесь вот, похоже на такое внесудебное решение, внесудебное соглашение, где лица, которые там как бы замешаны, там Авакян, Мадумаров, они сами добровольно отказываются от этих денег, как бы в пользу правительства, они признают, что они виновны, но они как бы готовы отдать. И последнее слово должно было быть за Гульнарой, поскольку она является конечным бенефициаром. На основании такого как бы признания и как бы согласия отдать эти деньги, от них отказаться, и строится весь этот как бы весь этот процесс. И на нашу 850 миллион доллар камеда Гульнораны Швейцария банклерда пуллар музлатылган эди. Шундан нимага айнан 133 миллионы? Бу каердан келип чыккан бу хисап китап? Бу хакта бирор маалымат келгенмисиз? Непонятно, как они по какому принципу делили вот как бы общую сумму, которая заморожена в Швейцарии, на вот такие порции там 130 миллионов, 555, и еще не хватает определенной суммы, где-то около 200 миллионов, чтобы была представлена вся сумма, которая заморожена в Швейцарии. Там минимум 850 миллионов, даже, по-моему, больше. А это может быть связано просто с как бы чисто таким решением по соглашению между сторонами, что вот, вот мы сейчас договариваемся об определенной сумме, делим на несколько частей, и как бы по частями будем как бы это дело, как бы сумму освобождать или репатриировать. Манашу бриз 33 миллионна, кайсы шакилда кайтарли шахда маалымат из барму? Бунима Узбекистан вот это кадар пока банк хисабы бару тугрдан тугры шунча пул өткезиладыми, яки кайсыдыр шартлар билан, кайсыдыр анык бир максатларга ажратиладыми бу пул? Вот этот вопрос пока еще не ясен, и еще вот предстоит выяснить у правительства Швейцарии, как они будут эти деньги возвращать. Они будут возвращать сразу, там, переводом правительству, или будет какой-то процесс, какая-то процедура, которая будет привязана к как бы, какой-то программе по реформам в Узбекистане. Мы видим, что вот, чтобы, видимо, пойти навстречу, значит, Швейцарии, правительство Узбекистана, во-первых, улучшило условия там, как бы, жизни, видимо, в Жангиате для Гульнары, да, пошло какое-то навстречу там,
мы видим, что омбудсман посетил ее. А с другой стороны, мы видим, что они приняли программу антикоррупционных мер и провели еще там как бы семинар, обязали снизить политические риски, что, в принципе, совпадает с призывом гражданских активистов Узбекистана, которые говорят, что сначала нужна реформа, как бы, чтобы Узбекистан провел, а потом передать деньги им, быть уверенным при этом, что деньги не будут разворованы, что вот эти механизмы не дадут деньги разворовать, а использовать их в интересах Узбекистана. Вот, видимо, чтобы пойти как бы навстречу вот этим требованиям, правительство начали как изображать, что оно вот оно принимает какие-то меры в этой сфере, там какие-то реформы там. Mana shu jarayonlar, mana Gulnorani kecha prezidentga yozgan xat, Shvetsariya bosh prokuraturasining 24-iyun kungi bayonotidan ko'rinib turibdiki, Gulnora o'sha O'zbekiston hukumati qo'ygan asosiy shartlardan biri, ya'ni shu pullarni O'zbekistonga qaytarishda hamkorlik qilyapti. Demak, shu asosiy shart bajarilsa, bajarilayotgan bo'lsa, Gulnora so'rayotgan shartlari ham qabul qilinishini kutishimiz mumkin, ya'ni qamoqdan muddatidan oldin ozod qilinishini kutishimiz mumkin. Речь идет пока вот о сделке вокруг 130 миллионов, которая, видимо, уже завершена, как бы или близится к завершению. И по условиям этой сделки, ну, они приняли решение, Узбекистан принял решение по улучшению условий содержания, да, в Зангиате. Вернут ли сейчас Гульнар, как в качестве первого этапа, там, обратно в Ташкент для, на условиях домашнего ареста, квартиру Иман, пока еще неизвестно. Может быть, вполне возможно, но я не могу еще как бы утверждать. То есть, видимо, там вопрос решается поэтапно. Сначала вот улучшаются условия жизни, там оказывается медицинская помощь, чтобы вот, как бы эти все жалобы удовлетворить о том, что второй этап будет освобождение вообще полностью, так, реабилитация, там, амнистия, может быть, так. Она намекает, что вот, смотрите, жен террористов амнистировали и возвращают в Узбекистан, а почему мне не дадут амнистию, да? Сейчас как раз близится вот период новой амнистии. Я не думаю, что правительство сначала даст самую амнистию, а потом уже будет дожидаться этих оставшихся там сотен миллионов, так? Скорее всего, будет ожидаться, что вот она... Сначала деньги, там какое-то соглашение они подписывают. В присутствии, не знаю кого, может быть, ее адвоката там, когда деньги, вопрос решается о возвращении 555 миллионов, тогда ее, может быть, освободят. Но третий этап уже, выпустит ли из страны, это уже тоже, скорее всего, будет предметом торга, поскольку здесь возникают очень большие риски для правительства Узбекистана, там замешанные были лица, значит, правительственные, да, и возникает риск, что она больше какие-то имена начнет раскрывать. Уже выехав из страны, Гульнара опять появляют какие-то риски, чтобы вернуть какие-то деньги, чтобы вернуть... Turkiston saroyi ro'parasida daraxt kesilayotganini guvoh bo'ldilar. Shunga ko'ra barcha shahar mutasaddi tegishli tashkilotlari jalb qilinib, holat yuzasidan hujjatlar o'rganilganda tuman hokimining qarorisiz kesilayotgani aniqlandi. Va bu borada shahar prokuraturasi tomonidan o'rganish ishlari boshlandi. Ushbu holat yuzasidan ma'lum bo'lgan natijaga ko'ra qo'shimcha ma'lumot berildi. Qirg'iziston sobiq prezidenti uni hibsga olishga urinishsa, o'zini otib o'ldirishga so'z berdi. Yaqinda Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayev tarafdorlari va jurnalistlar uchun brifing tashkil etib, aynan shu haqida to'xtalib o'tdi. Atambayevning gapiga qaraganda, agar huquqni muhofaza qilish tashkiloti vakillari uni hibsga olishga urinsa, o'sha zahoti joniga qasd qiladi, o'zini otib o'ldiradi.
Атамбаев yangi hukumat qaroriga qarshilik ko'rsatishning yana bir turini aytib o'tdi. Agar tarafdorlar miting uyushtirishsa, o'zini himoya qilish uchun o'sha mitingda faol ishtirok etarkan. Eslatib o'tamiz, yaqinda Qirg'iziston Respublikasi parlamenti Atambayevni sobiq prezident hamda daxlsizlik statusidan mahrum etdi. Bu sobiq prezidentga nisbatan yangi jinoiy ish ochish imkonini beradi.